Для того, чтобы на дорогах и водители, и пешеходы могли чувствовать себя безопасно, были написаны правила дорожного движения. Правда, не все славянцы считают нужным их соблюдать. Машины тех, кто игнорирует правила парковки, будут эвакуировать. Неправильно припаркованный автомобиль мешает другим участникам дорожного движения, создает аварийные ситуации на дороге. И если раньше некоторые славянские автомобилисты могли запросто проигнорировать запрещающие знаки и припарковаться там, где захотелось, теперь такое своеволие не останется безнаказанным. С августа месяца в нашем районе работает эвакуатор. За время работы эвакуатора на штрафстоянку было доставлено около 200 автомобилей, владельцы которых нарушили правила парковки. Кроме штрафа, а это от 1500 до 5000 рублей, им пришлось еще заплатить за услуги эвакуатора и стоянки. Водителям надо обратить внимание на наличие запрещающих знаков. Еще раз открыть правила дорожного движения, почитать места, где запрещена остановка, стоянка транспортных средств. Основные нарушения – это нарушение требований дорожных знаков, остановка, стоянка на пешеходных переходах, на местах парковки для инвалидов и также на местах, где расстояние транспортного средства до сплошной линии разметки менее 3 метров. Ну, в основном это эти нарушения правил парковки, стоянки. Эвакуатор работает круглосуточно. Если водитель вернулся во время эвакуации машины, ее оставят, а нарушитель заплатит только штраф за неправильную парковку. В случае, когда транспортное средство все-таки эвакуировали, нужно обращаться в полицию. Если водитель пришел и его автомобиль отсутствует, ему надо будет позвонить на дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району. Там будут данные по его автомобилю известны. Сотрудники, которые эвакуируют транспортные средства, они докладывают на дежурную часть отдела МВД России по Славянскому району о том, какое транспортное средство, государственный регистрационный знак транспортного средства они эвакуировали. Штрафстоянка, куда эвакуируют машины, находится на пересечении улиц Запорожской и Лермонтова. Парковка по правилам убережет ваш кошелек от лишних трат, а дороги сделает безопаснее. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александра Тимовская, программа «События».